На конкурс дети читают стихи. Сергей Александрович Есенин, письмо от матери. Читает Уткина Екатерина. 13 лет. Республика Мордовия, Старшайговский район, село Старая Теризмарга. Руководитель Шестакова Анна Максимовна. Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, отцу купи порты. У нас в дому большие недостатки. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за сахою. Старая стала и совсем плоха, но если был ты дома изначало, то у меня была б теперь сноха, и на ноге внучонка я качала. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток и смиренен, и говорили все наперебой: какой счастливый Александр Есенин! В тебе надежды наши не сбылись, и оттого в душе больнее и горше, что у отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлешь их в дом, и оттого так горько речи льются, что знаю я на опыте твоем, поэтам деньги не даются. Теперь сплошная грусть. Живем мы как во тьме, у нас нет лошади. Но если был ты дома изначало, то было б все, и при твоем уме пост председателя в исполкоме. Тогда бы жила смелей, никто б нас не тянул, и ты б не знал ненужную усталость. Я б заставляла прясть твою жену, а ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкую письмо, я погружаюсь в жуть, уже нет выхода в моем пути заветном. Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответ нам.